Всем привет, ребят! В этом видосе я попытаюсь ввести 1000 раз чит-код Bang Bang Bang. И в этом видосе я это сделаю. А ты ставь лайк, чтобы я это точно сделал. Кстати, хочу еще сказать, что я делал подобный видос по трешке. Но сегодня я сделаю это по ВСЕ, и там будет не 100 раз, а 1000. Поэтому ставь лайк, а я начинаю. Конечно же, для начала нам понадобится заехать в киностудию. Я решил выбрать именно это место, потому что здесь больше всего пространства, чтобы спавнить сюда дофига тачек. Я, конечно же, не буду брать их с города. Я скачал специальный спавнер машин и буду их спавнить очень много. А пока я спавню, я вам расскажу про один биндер, через который будет вводиться чит. Потому что если сотню в трешке вводить еще было довольно долгое дело, но я уже чуть-чуть поднатужился ради видоса. Но 1000 раз я точно вводить сам не буду. Ну вот, ребят, смотрите, сколько машин спавнил. Их тут прям очень много. Ну что ж, ребят, я выхожу в меню и буду ждать, пока биндер сделает всю работу за меня, а вы должны поставить лайк. Так, ну что ж, ребят, давайте начнем. Так, я выхожу в меню и буду ждать. Сейчас будет полный капец. Так, ну что ж, ребят, вроде время прошло, и я готов показывать вам. Сейчас, кстати, будет очень громко, как же и в трешке, поэтому приготовьтесь, пожалуйста, сейчас будет прям орать. Нифига себе, вот это да. Я сейчас оглох. Если что, во время записи видоса в реале я тоже поэтому бебра, это было жестко. Это было сильно. Это было жестко. Конечно, если вы скачаете эту прогу, то вам будет ну нереально весело, потому что вы можете включить ее и бегать по городу. Кстати, я сейчас попробую запустить Томмитс Версетти в космос. Давайте же проверим. Хоба! Опа! Полетел! О, как прикольно! Весело, весело. Да, да. Ну ладно, чувак. Надеюсь, тебе понравился этот видос, и ты подпишешься на мой канал. И, кстати, не забывай заходить на мой ВК и смотреть там всякие штучки, которые будут там выходить. Я тебе скажу, что там очень приятно находиться. Также не забывай ставить лайк и смотреть другие видео. Всем пока!